Дорогие друзья, позвольте от имени руководства Республики Татарстан поприветствовать участников и гостей 10-го заседания Российско-Австрийского делового совета, которое проходит в эти дни в нашей столице, в городе Казани. Мы всегда рады принимать австрийские делегации, которые достаточно часто приезжают в нашу республику. В этом году республику посещали посол Австрии, делегация Австрийского российского общества